Прогулочная зона в третьем микрорайоне Ленинска-Кузнецкого, бульвар Клюева, был торжественно открыт осенью 2012 года. Он начинается на проспекте Ленина и заканчивается на перекрестке пересечения улиц Тверской и Григорченкова. В этом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» власти города решили реконструировать пешеходную зону. Это озеленение его в большей степени. И небольшой участок у нас асфальтирования, там, где у нас сети проходили, там пришел асфальт в негодность после ввода, и поэтому его заменили. Вот в настоящее время сейчас ведется укладка рулонного газона, посадка кустарников. Бульвар Клюева состоит из двух зон – проходящую и парадную. Парадные уже установлены, новые парковые антивандальные диваны. Таких еще не было в Ленинске-Кузнецком. Урны и 13 вазонов под цветы. Высаженная зеленая изгородь из можжевельника, снежного ягодника, и полным ходом идет укладка зеленого газона. Все в белых тонах у нас в основном здесь преобладает. Это снежный ягодник, белый дерен, можжевельники, лапчатка у нас здесь тоже посажена. Ну, как бы разработан проект по озеленению, и вот он сейчас в настоящее время реализуется. То есть, получается, всю красоту этого сквера, как вы сказали, все в белых тонах, мы увидим будущей весной, как все это красиво будет цвести. Да, постепенно оно все лето будет. Лето постепенно будет, сначала одно цветет, потом другое. И вот оно постепенно друг дружку будут заменять, они в цветовой гамме. Бульвар Клюева – это уже шестое общественное пространство в Ленинске-Кузнецком, благоустройство которого проходит в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». И уже совсем скоро жители города вновь смогут назначать свидания и встречи на обновленном бульваре. Только еще было бы неплохо сохранить пешеходный бульвар в первозданном виде. Ведь даже уже на этапе реконструкции вандалы пытались испортить малые архитектурные формы. Галина Ильина, Павел Желтиков, Ленинск ТВ.